Возьмем, к примеру, двух красавцев. Двух близнецов, которые, ну, уже давно таких хороших пародистов не было на нашей эстраде. Они и изображают хорошо, и пишут тексты сами, причем здорово пишут, смешно. Но я их пригласил сюда не только из-за этого, а еще и потому, что они, собственно говоря, невзначай дали название моей книге. Потому что они как-то здесь же, вот в этом зале, делали пародию на Шварценеггера. И там этот Шварценеггер говорил «Леон из my love». Мне это настолько понравилось, что я и назвал книгу «Эстрада из my love». Ребята, спасибо вам за это название. Братья Пономаренко! Спасибо, это мне за то, что воспитал такого брата, я понимаю. Речь пойдет о бригаде. Вы, наверное, видели сериал с таким названием, или, по крайней мере, что-то слышали о нем. И вот я сам, как-то просматривая очередную серию, обратил внимание, что в этой бригаде бандитской между собой общаются на таком специфическом языке, который очень напоминает язык железнодорожной бригады. Не замечали? Вот впечатление такое, что железнодорожники взяли сленг у бандитов, или наоборот. Ну, скорее всего, наоборот. Но, чтобы не быть голословными, мы вам покажем бригаду, правда, железнодорожную. А вы следите за сленгом. Бригада. Ну что, Серега, не долбит? Да не долбит нифига. Ну-ка, дай я попробую. О! А говоришь, не долбит. Так и знаешь, что дурью мается. А у меня план горит. Конечно, у тебя план. А что я тут один торчу? Как один? А где все, где бригада? Ты что, бригадир? Да ты же сам на стрелку послал. На стрелку? Ну а что так долго, что они как там это развести не могут? Ага, не разводятся. Там облом конкретный. А все из-за этого вагона, ни туда, ни сюда. А, ну понятно, опять не договорятся, кому толкать. Вот уж. Эй! Не надо гнать порожняк! Не видишь, что ли, разборка идет? На пацанов хочешь наехать? Без тормозов, что ли? Да, кстати, вот еще разобраться надо. Завтра с утра бери ребят и дуйте на 6-й километр к лесополосе. Так там же этот Ахметов работает. Ты меня слушай. Бригаду Ахметова кинули на вагоны с металлом. А нас как пацанов на зелень ставят. Так что придется вырубать, валить и дергать. Не, не справимся, нет. Бригадир. Вот, а справитесь, там один молодняк дубовый, я видал. Молодняк, да вот такие вот стволы под 3 метра. Молодняк, я не знаю, только взрывать. Но это не мое дело, взрывайте, зубами грызите, а чтоб дорогу бригаде расчистили. И стволы куда-нибудь подальше побросайте, а то спалимся. Может, ты оденешь когда-нибудь перчатки, а? Ну что ты без перчаток работаешь? Пальцы хочешь оставить? Чего у меня их тут осталось? На! Как пчела целый день. Ну, ладно, ладно, ладно. Все нормально. Вчера хорошо поработали. Выдам вам сегодня... По 5 штук. Сан Саныч, а то ж мы на нулях по 5 штук. Вот, пацаны. Это у меня пачка новая не распечатана. А вот. Вот каждому по 5 штук. Ну, само собой. Только что честно. Конечно, все честно. А то ж мы, слышь, мы Самсонова бригаду обстрелялись. Ну, это вы зря сделали. Да, вот еще что. Займись-ка, братец, мусором. Так это же не наш мусор. Вот человек, никаких понятий. Мусор не может быть нашим, не нашим. Мусор не есть мусор. Так что возьми тачку свою или он мере на моего связи его куда-нибудь, чтобы глаза не мозолил. Куда его свезу? Идиот. В баню! В баню? Че, я баба, что ли, с мусором париться? Он прислал бы баб с вениками.
Вот так вы работаете. Один засыпался, другого завалили, на третьего наехали, в больнице лежит. Вот чего они со стрелки-то не идут? Что-нибудь случилось, чувствую. Пойдем-ка проверим. Саня! Лежат пацаны, Саня. Что это? А все? Вадик, Боря, Макс. Все лежат. Серега, это я виноват. Зачем их одних на эту стрелку отправил? Макс-то, Макс, совсем ведь зеленый пацан. Дома жена, дети. Только жить, только подниматься начал. А как же ты не доглядел, бригадир? Ты же! Как читать умеешь? Как? Умею, при чем здесь? Ну и что на цистерне написано? Ну что, тараши. Дальше читай. Спирт. 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 Вот они и надрались в усмерть. Поубивал бы. Понимаешь, Серега, самое главное, я тут должен был с ними лежать. И я. Рабочий день еще не кончился. Ну вот, пожалуйста, через час по телеку бригада начнется. А, бригада же. Смотришь, что ли? Да? Смотрю, Сань, ни одной серии не пропустил. А вот ты человек ученый. Вот скажи, а когда же про нас, работяг, кино снимут? Это про нашу бригаду, а? Про нас? Кому мы нужны? Ты подумай, кто они и кто мы? У них организация. Настоящая бригада. А у нас так. О, банда! Ну что, давай поднимай, что так будут лежать здесь, что ли? Братья Пономаренко, Валерий и Александр